Всем привет, с вами Слайдер, и как вы знаете, вышло новое обновление для Майнкрафта, 1.6.1. Но в этот Майнкрафт добавили новый лаунчер, и теперь-то не так-то легко его установить. А в этом видео я покажу, как это сделать. Заходим на вот этот сайт, ссылка будет в описании под видео, и нажимаем скачать. Но я этого делать не буду, так как он у меня уже скачан. Так, вот, когда вы скачаете, будет вот такой вот установщик. Заходим в него, вот, вот. Нажимаем далее, далее, далее. И вот ждем, пока он установится. Устанавливается довольно быстро. Вот и все. Так вот. Далее и готово. Вот у нас вылезли две иконки. Вот это, кажется, переход на сайт, а вот это сам значок игры. Заходим в диск C и где лежит наш Майнкрафт. И вот тут, чтобы поменять ник, надо зайти вот в этот... Вот в этот файлик, Launcher Profiles, и вот около юзернейма вставить свой ник. Сейчас я это сделаю. И вот тут, Display Name, тоже ставить этот же ник. Ну, как у вас будет. Сохранить изменения. Вот, заходим сюда. Вот он, также сейчас загрузится быстро. Вот он, наш лаунчер. Так. Так, что-то подлагивает. Ну, в общем, тут вот можно выбрать версию игры. Ну, 1.6.1 нам же надо. В общем, нажимаем Play Offline. Тут сейчас загрузится все. Вот, Welcome, и будет написан ваш ник, который вы там впишете. Вот, видите, Майнкрафт запустился. Вот, все работает, все отлично. Вот сейчас даже зайдем в мир, чтобы вы убедились. Вот. Грузится. Вот, все отлично работает. Все у нас есть. Ну вот и все. Наслаждайтесь игрой. Если вам помог, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока.